Ребята, всем привет! Меня зовут Кирилл. Это... И, наконец, я здороваюсь. Да, да и да. Опять в акулу? Если вам акула не интересна, то можете посмотреть другие мои видео. Их там 22 на канале. Поэтому... Сейчас будем играть в акулу. А в следующей серии, наверное... я завтра выпущу новый ролик уже с моей двоюродной сестрой Кристиной. Вы ее все прекрасно знаете, у меня есть видео с ней на канале, посмотрите его. А мы погнали. Сейчас звук выключаем и погнали, ребят. Игра за Несси. Если кто не понял, это Несси. Несси. Так, и она вышла по акции, и я ее купил за 125 кристаллов. Я очень долго этого копил. Я в одном из роликов писал, что почти докопил на акулу. Но акула у меня была такой стикер. Если вам не интересны мои видео, то все равно поставьте лайк, ведь я очень стараюсь и выпускаю почти каждый день. Или каждый день. В общем, я сейчас только что поставил видео на паузу, потому что в туалет ходил. И... Ну, и у моей мамы тоже есть канал. Если хотите, заходите ей на канал Алла Решетникова. Но если она найдет другого, то можете не заходить. Давайте мне свой номер в комментариях, я вас жду, а потом дам номер своей мамы, вот так вот. Так, если кто не знал, то Несси обладает порталами. О, игрушку нашел, забыл, что приветствую. Игрушка-робот. Наверное, с вот этого корабля упала, никто дойти не может. Хотя нет, знаете, ребята, я хочу поиграть за летающего робота, который уничтожает всех своими бомбами. Вот так. Я поиграю. Вот. О, награды. Это у нас по 500 монет. Погнали. Если кто не понял, то она умеет, то эта акула умеет летать. Смотрите, если я ускоряюсь, то она ничего не делает. Смотрите, просто открывает пасть. И так постоянно. Но, если я съем бомбу и нажму на ускорение, она начнет стрелять. То есть она до этого рот открывала, а теперь она еще и стреляет. Когда я на ускорение жму, ребята, вы должны это все сдать. Если скачаете, то вы уже будете сдать хотя бы. Я обожаю вот так вот делать. И взлетать, и сбрасывать просто бобы. Ой-ой. Простите. До свидания, все. Смотрите. Вот так вот мне нравится прям бобы сбрасывать, прям бомбардировка, вот в самолет. Самолет сбрасывать бобы. И все, бобы закончились. Блин, этот самолет задолбал меня уже. О, все, загасил. Да блин, что бомба не берется. Да, что ты теперь? О, все. О, тут целая вкладка. Смотрите, сейчас, ребята, будет...
Все, я закосил там. Ой, бог. Ой, бог мой, ой, бог мой. Ой, ребята, извините. Сейчас. Так, ребята, продолжаем. Ой, ребята, извините. Снова сейчас будет. Все, ребята, я наконец-то все исправил. Теперь можно играть. Да я даже не знаю, что вам сказать. Вот сейчас я сказал слово, а теперь что-то не знаю. Вот я обычно вот так вот говорю слово, а потом они сразу исчезают. У вас такое было? Напишите в комментариях. Ну ладно, я тогда пока разговаривать не буду, попридумаю некоторые слова. В общем, ребята, я все равно не знаю, что вам сказать. Ну, в общем... О! Есть было что сказать. О, все, ребята, есть. Давайте сейчас будем сбрасывать бобы. О, боже мой, что я только что сделал? Новый этап и... Всё. Подорвал. Ой, боже мой, да, реально подрываются, все. Ой, все, кончились бомбы. Кстати, ребят, такое бывает, бомбы иногда заканчиваются. Полетели. Собирал звездочки. Рай-рай-рай-рай. Ой, блин. Ой. Ладно. Так как меня этот самолет задолбал? Все, до свидания. Пока. Ребята! Задолбали вы уже. Блин, ребят, не успел. Ладно, давайте рекламу. Свит ТВ, национальный онлайн кинотеатр. Ой, боже, там боже. Ладно, ребята, всем пока. Все, ребята, наконец этот ужастик кончился. Погнали. Блин. Блин, у меня ж бомбы нету, я ж вознаградился. Без ничего. Да, все, видите, я могу всех вот так уничтожать. Эй, кто-нибудь здесь есть? Я вас всех уничтожу до капельки. О, здрасте. Еще кто-то есть? Или все, поддыхали? Ну, походу, все. Ну что тут? О, полетели, все. Мама! Кала, мама! Ой, блин. Кама! Мара, мама! Папа, ой! Ой, боже мой. Да ой. Ребята, это... Черепаха, все, мне в рот. Утренний восторг. Ой. Ой, черепаха, давай ты меня подкрепишь. Ты ж крепыш. Вторая, третья, четвертый, пятый, шестой. О, все нормально. Чего? Как это невозможно? Как она меня задела? Надо было бомбу бросить, тогда у меня была золотая магия, я туда залетел.
Вообще логики нету. Сильно, но... Ладно, ребята. Все... Такое приложение, это неправда. Все. Ребята, всем пока. Ну, конечно же, я пошутил. Ведь сегодня видео одно из долгих. Продолжаем, ребята, по жиракулу. Все, погнали. Папа-рапаш! Бэмба. Полетели все отсюда. Не хочу я здесь быть. Да почему-то акула-истребитель, но не хочет отсюда улетать. Полетели. Ой. Иди ко мне. Ребят, вы все прекрасно видели. Вот это, конечно. Ладно уж уже. Ням, 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 ням. Ням нужно много было. Здесь никто не видел. Все, кончились бомбы. Я так долго собирала, а они кончились. Улетим мы отсюда. Полетим мне каюта. А где я вообще? Ребята, где я вообще? А, тут я на том месте буду. Сюда подошла меня. Все, офигели? Я в шоке. Я просто в шоке. Что я делаю? Ой, дура! Это реально уже. Не смешно. Это реально было только же. Нереально. О, все, полетели. Новый раунд. О, ребята, так можно бесконечно летать. Видите, я экономлю вот так вот просто. Иногда летаю, иногда не летаю. Вот это новая жизнь. Тихо! Быстро! Все нормально. Ну что-то я улетел недалеко. Да, все нормально. Нормально. Бам! Ой, уворачивай все, уворачивай. Да никуда вы меня не попадете. Меня и не порвете. Ой, блин. Ой. Ё. Куда я залетел? Энергию экономим. Энергию экономим. Экономим. Ребята, так реально летать можно. Используйте мои лайфхаки. Лайфхаки от Кирилла. Ой, тихо, тихо, тихо. Блин. Я чуть-чуть мне в ёбочку попал. А все, годовой запас кончился. Годовой запас кончился. То не закончил. Я шлю.
Пока, ребят. Зима, холода, ма, грохнулась с окна, был дверь, стеклись. Зашибись, все скоро, весна всех растает, это дома, веры стекутся. Дней будет зашибутся. Зима, холода, ма, грохнулась с окна, ма, в мире стеклись, это было зашибись. Но скоро весна снег растает, и тогда ба умрет соба. Зима, холода, ма, грохнулась с окна, ма, в мире стеклись, это было очихлись, но скоро весна снег растает, да. Вау, зипа, холодка, погрузись, скотка, мазмир, стеклись, это было зашибкись. А видно, что это пока могрухнется, снова закрылась. Зимой холодок не... Ой, блин, я что-то распел всё. Люблю я, ребята, петь, я певец. И мне надо на курсы по пению записать. Я точно там буду ночевать, жить, и это будет приятно. Как от вас, ребята, поставьте лайк тому видео. Тут станьте, потому что мне пофиг на вас, по крайней мере. О, вкусно. О, сокровище нашел мое. Первое. Который бог готов себе представить. Зиба холодки ворохнулась. Зипка холодка багрохнулась. Скотка мазми растеклись. Это были зашибись. Насколько не знаю. Ребята, хочу доплыть до конца. Доплыть до конца. И узнать, что там происходит. Ой, нитрация воды и отходы. Хорошо, что у меня бы... И все бомбы. Ой! Блин, тут их реально больше, чем 15 стиксов душных предметов. Ой, боже, скафандр, где прибиваем вот такой. Типа бобы и буди пошаба на самом деле. А бывает. Стреляем. Ой, блин, стрелял такой. Интересно, я выплыву отсюда живым? Нет, наверное. Меня съела акула. Акуля. Акуля-дун. Ладно, ребята, вот такой получился забавный ролик. Если вам не, хотя не. Сейчас будем закупаться. А где там моя милая Месси? Вау, вот это купить. Ой, ну правда 30 кристаллов, то. А что облик дает? Эвчкис. Харадзюки знает толк в озерном стиле. Используйте облик Харадзюку, чтобы изменить внешний вид Несси. Харадзюки. Харадзюки. Это как вообще звучит? Круговорот. Необоротно. Ценник. Блин, боже, большой покупаю. Куда это сильно скрепляется? А, я понял, куда. Отдышите рано, куда? А, я понял. Угу. Что здесь еще есть? Акулиман. Билет на Титаник. Тикет. Тикет.
Что еще есть? Вот цепи я уже все купил здесь, что были. Кроме вот этой цепи. Акулий водоворот. Водоворот. А что он дает вообще? Водоворот. Опасное природное явление, которое появляется из-за акулы и затягивает все на своем пути. И вся, все. В цели. Подождите, я хочу все посмотреть. Хочу посмотреть на это. Что это? Подождите. Одену этот облик. Ребята, напишите в комментариях, красиво или нет. Вот красиво. Реально красиво. Вообще. Невыносимо красиво прям. Классно, прям акула. Ладно, ребята, вот такой вот получился ролик. Кому понравился, ставьте лайк. И, ребята, подпишитесь на канал. Нажимайте на лайк. Пишите комментарий. И всем пока, ребята.